С минувшего понедельника в Беларуси проводится «Комсомольская неделя», посвященная столетию Всесоюзного Ленинского коммунистического союза молодежи. Не осталась в стороне и Гомельская область. В рамках акции здесь высаживали молодежные аллеи, закладывали капсулы потомкам и проводили фотоконкурс «Комсомол в лицах». Во время существования Советского Союза не было, пожалуй, ни одного значительного события, участие в котором не принимали бы комсомольцы. Вместе с ветеранами некогда самой массовой молодежной организации страницы истории ВЛКСМ в Гомельской области перелистали наши корреспонденты. Во второй половине 20 века это здание было известно многим. Крестьянская, 14. Именно здесь находился Гомельский областной комитет Ленинского коммунистического союза молодежи Беларуси. В качестве первого секретаря обкома Владимир Давидович по этой лестнице впервые прошел в 79-м. По просьбе журналистов телерадиокомпании «Гомель» сегодня он возвращается сюда вновь. За прошедшее время в здании многое изменилось. Даже его бывший кабинет теперь разделен на несколько отдельных комнат. Когда-то здесь не просто думали о судьбе молодых жителей страны, советов, занимались реальными делами. Ну, как я помню, нам стали задачи такое, чтобы мы знали настроение молодежи. Чем она живет, чем интересуется, чем надо помочь, во что надо вникнуть. Быть среди молодежи, не над ней, а в среде молодежи. 30 лет назад в Гомеле началась практическая реализация масштабного комсомольско-молодежного проекта. В лесном массиве на окраине города заложили первый камень молодежного жилого комплекса «Солнечный». Инициаторами строительства выступили работники радиозавода и двух тогда закрытых конструкторских бюро «Луч» и системного программирования. Молодые люди на некоторое время освобождались от основной работы и после прохождения специальной профессиональной подготовки строили дома. Из расчета одна квартира для себя, вторая для занятой на производстве другой молодой семьи. Эта комсомольская инициатива была, наверное, одной из последних масштабных акций комсомола. Вообще, за 73 года существования организации здесь был реализован целый ряд проектов, оставивших значительный след в истории страны. Стройотрядовское движение в этом ряду занимало далеко не последнее место. Принимающие организации, их очень здорово руководящие органы, тогда партийные, советские, настраивали на прием студентов не просто там обеспечить работой, но и условия проживания, санитарно-гигиенические условия, безопасный труд, ну и плюс, опять-таки, тоже вот нацеленность на идеологическую работу, скажем так, культурно-массовую, я бы даже сказал, это быстрее культурно-массовая, спортивная работа, то есть соревнования. Собрались в футбол, поиграли с местными. Помните такое выражение: коммунизм – это молодость мира, и его возводить молодым. В действительности, комсомол с самых первых дней после того, как закончилась гражданская война, все время созидал. Это и Комсомольск на Амуре, и помните Павка Корчагина, ту узкоколейку, которую строили, вот, и заканчивая Байкало-Амурской магистралью. После распада Советского Союза история ВЛКСМ перевернула новую страницу. Главный куратор организации, областной комитет коммунистической партии в Гомеле оставил свое здание, куда вскоре переселили медицинский институт. Заработки освобожденных комсомольских работников упали до минимума. Наступили 90-е годы уходящего столетия. Последним первым секретарем Гомельского обкома ЛКСМБ и первым руководителем его правопреемника Белорусского союза молодежи стал Михаил Рукевич. Правопреемственность – это не передать протоколы, это не передать печати, это не передать какую-то там атрибутику, символику и так далее, а это передать ту историю, передать те дела, которые были в той огромной организации многомиллионной. Вот. И все то, что было хорошее, все то, что было полезное, вот, забрать себе. В те 90-е годы, да, было сложно, вот, непросто было, но... Вот это все сохранили. По мнению многих бывших руководителей комсомольского движения в Гомельской области, сегодня для патриотического воспитания современной молодежи необходимо более активно использовать потенциал предшественников. Во время встречи бывшего первого секретаря обкома комсомола Беларуси Владимира Давидовича и нынешнего первого секретаря областного комитета БРСМ Игоря Завалея разговор идет о современных методах работы с молодежью и реализуемых инициативах. Это поддержка молодых специалистов, защита авторских прав участников проекта «100 идей для Беларуси», организация волонтерского движения и вторичной занятости. Какие приоритетные направления? Ну, в первую очередь, наверное, это занятость молодежи, это студотрядовское движение. Последние годы очень сильно прибавило направление такое, как волонтерство. Мы сейчас в нем видим один, наверное, из основных инструментов воспитания молодежи. Это можно и патриотизм воспитывать, и любовь к добру, и
и, в принципе, развивать понятие, что такое добро и как его творить. И самая главная задача, чтобы донести до молодого человека, что он живет не сам один обособленно, да, а объединить их, чтобы они на благо страны что-то сделали. По большому счету, у ВЛКСМ и БРСМ одна основная задача – гражданско-патриотическое воспитание молодежи. Она остается актуальной на протяжении 100 лет. Алексей Сюров, Ольга Коновалова, Евгений Макеенко. Новости недели.